Крутое здесь место, правда? Здесь мой друг работает. Да ладно. Привет, я вижу, ты сегодня не одна. Друг, брат, племянник. У нас вообще-то... А, тебя не спрашивали? У нас вообще-то свидание. А, свидание? Что ж ты сразу не сказал? Тогда сегодня все будет по высшему разряду. Ты вообще что-то приготовила? А... Ясно. Это тебе, точнее, вам приятно провести время. Странный у тебя друг какой-то. Да, мы с ним с детства знакомы. Ладно. Я сейчас приду. Хорошо. А что у нас? Ты что, ты не нормальный? Я тут не один, я не один. Так, это кто вообще? Да это не нормально, она взяла вот, она села. Она взяла и села так, сюда. Ладно. Уже выбрали что-то, или, как я вижу, кого-то, или еще не определились? Может, нам что-то посоветуешь? О, у нас сегодня отличный салат от шеф-повара. Тогда нам два. У нас только одна порция. Я сейчас подойду. Друг, я с ней с первого класса знаком, ты должен кое-что знать. Ну, чё? Ты вообще готов к семейной жизни, да, нет? Нет, наверное. Вот, она, да, уже третий год ждет ребенка. Ты пошел отсюда, это я тебе советую, как мужчина мужчине. Спасибо. Что? Я реально пойду. Пойду. Куда он ушел? Не знаю, ушел, ничего не сказал. Блин, опять все обламывается. Ну, может, тогда чаю за счет заведения? Давай. Чай.